Красной ленточкой воздушные шары не только в День знаний. Особый день для Новокуйбышевской школы номер 17 в декабре. Торжественно открывают обновленный двухэтажный пристрой. Капитального ремонта в здании никогда не проводили, а образовательному учреждению уже 57 лет. О том, как выглядела школа, ученики теперь будут только вспоминать. Там было не очень красиво, там было все старое, все сломанное. Вот у нас дверь ломали там иногда. А вот здесь вот очень красиво, мне нравится. Работы разделили на три этапа. Первым делом утеплили и покрасили фасад, установили пластиковые окна, увеличили пространство рекреации, отремонтировали все кабинеты и классы, закупили новую мебель, отремонтировали столовую. Одно из существенных преобразований – закупка нового оборудования для пищеблока. Раньше еду привозили, теперь готовить будут на территории школы. Горячее питание всегда будет действительно горячим. При поддержке правительство Самарской области, лично губернатора Дмитрия Ильича Азарова. В том году был его визит в августе месяце на территории нашего города. Мы показали данный проблемный объект, который был в приоритете номер один, и получили поддержку. Сегодня в эту школу ходят 244 ученика. В приоритете развития образовательного учреждения – создание условий для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья.